Мне казалось, что правительство и отвечают за это министры, в том числе и Центробанк, сделают далеко идущие выводы и предложат стране реальную программу стабилизации рубля и развития нашей экономики. Ничего похожего. Из правительства слышим, что оно не будет заниматься валютным регулированием. Улюкаева нас убеждает в том, что надо идти тем же либеральным, преступным, разрушительным курсом, и дальше ситуация на рынке только осложняется.